давай, давай, смотрим. Четверо охранников. Четверо охранников. Нужно организовать так. Нападение. Я лево, лево снимаю. Я открываю дверь. Игорь, иди сюда. Так. Заходим! Я... Заходим! Помогите! Помогите! По стелсу не орите! По стелсу, по стелсу. Мне кажется, мы разбудили президента уже. На канале Эдварда Шаханова ты сможешь найти кучу различных способов заработка в интернете как с вложениями, так и без вложений. Поэтому заходи и подписывайся, и ты сразу же сможешь начать зарабатывать свои первые деньги в интернете. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жейкой и Игорем мы продолжим играть в детский сад в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет. Всем привет, ребята. Ребят, как обычно, забываем ставить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы с вами дружно сможем дарать на всех наших видео, тем больше серий про детский сад мы продолжим записывать вот таким составом. И, ребята, не забывайте подписываться на наши каналы, все ссылки есть в описании. И также, ребята, не забывайте писать свои положительные комментарии. Мы читаем все комментарии, на самые интересные отвечаем. И давайте соберем 5000 лайков для того, чтобы ссылочку на эту карту мы смогли оставить в описании. И вы сами поиграли со своими друзьями. Приятного вам просмотра. Ура! Еще один день в детском садике, Женечка! Ура, ура, ура! Игорь! Привет, 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 привет! Закрыто! Закрыто! В смысле закрыто? В смысле, что делать, что делать? А, Петрович, не бухай, расскажи, что случилось. Петрович, 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 Петрович спился. Нет, Петрович. В смысле? Какой-то он помятый Петрович, да? Чё, а что делать? Игорёк, Женечка, что делать? Я не знаю, Игорь, Игорь. Игорь, что делать? Да я-то откуда знаю? Мне кажется, надо пойти в портал. А что в портале? А, мне кажется, нужно разобраться, кто это сделал. Каждый день новый портал, и мне кажется, здесь замешаны какие-то власти, серьезные люди. Власти, мне кажется, замешаны. Пойдем власти разбираться. Вы готовы? Готовы все? Раз, два, три. Так, а куда мы попали? Это мне кажется, дом. Это белый дом, только почему-то он это в России. А, это так. Странно, мне очень странно. Папа смотрел телевизор, там такого не было, понимаете? А нам все равно. Простейшее. Давай вещи и пойдем разбираться. Ну да, мы кто, убьем кто, кто виноват? Смотри, какой ниндзя крутой, а? Все ниндзя стали. Мы что, ниндзи? Мы ниндзя. Только давайте, знаешь, давайте по стелсу на него нападем. Давайте, давайте, давайте. Пойдемте через кусты, через кустики. Давай, давай, давай. А то у меня один вопрос. А у ниндзи должна быть базука. У ниндзи нету базуки. Нету базика. Какую базуку, Игорь? По стелсу, по стелсу. А базуку где взять? А мы найдем ее где-то там. Пошли. Да? Наверное, пошли, пошли. Так, только тихо, тихо. Я вижу охранников уже. Я тоже вижу охранников. Так, стоп, нам нужен оптический прицел. Целюсь. Пау! Давай на счет три. Давайте на счет три. Он умер. Готовы, готовы на счет три. Я снимаю правое. Я левого тогда. Давайте, раз, два, три. На! Лево, лево, снимите! Лево, 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 перезарядка! Все, готово, отлично, готово. Отлично, проходим дальше, проходим. Только не орите. О, автоматы! Не орите, по стелсу, по стелсу. Тихо. Давайте, давайте. Так, нужно через окно посмотреть, там есть еще кто-то? Давай, 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 смотрим. Четверо охранников. Четверо охранников. Нужно организовать так. Нападение. Я лево, лево снимаю. Я открываю дверь. Игорь, иди сюда. Так. Заходим! Я... Заходим! Помогите! Помогите! По стелсу не орите! По стелсу, по стелсу. Мне кажется, мы разбудили президента уже. По стелсу. Куда нам, куда нам, куда нам? Смотрите, вот тут какая-то башка нарисована. Может, это путь к президенту? Тут лестница написана, лестница. А, да, он на втором этаже должен быть. Только тихо, тихо, тихо. Не беги, не беги, не беги. Тихо. Так, подождите, тут показана картина. Мне кажется, там живут каратисты. Точно, точно. Охранник, охранник, тихо, пока не заметили. Я снимаю левого. Что занимается Путин? Я да. Снимаю право. Давайте, готов? Я лево, давайте. Раз. Раз. Раз, два. Три. Три. Не умирают, не умирают. Убейте, все, все, убейте. Все, все, а, меня... Тихо, тихо, да не палитесь вы. Ни хрена себе там отряд. Так, нужно, нужно что-то придумать, отряд. Нужно что-то придумать. Давайте сюда за угол, давайте сюда за угол. Липучка нам надо. За угол, за угол, за угол, за угол. Давай. А у меня мало здоровья, мне кажется, меня убьют. Нет, так покушай, Женечка, покушай. Кушаю, кушаю. Покушай. А, так, я снимаю центрального. Кто-то снимает лев. Не-не-не. Я снимаю всех остальных. Да, ну давайте изначально поставимся. Давайте я центрального снимаю, первого. Женечка идет в атаку! Да какую атаку, Женечка? Женечка, тихо, не пались, не пались. Я тебя остановлю. Что ты делаешь?
Женечка, не пони. Ты сорвался операцию. Я спас операцию. У нас есть биты, мы можем просто ворваться вот так, хлоп, 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 вот так вот все. У меня попа в пулях теперь, вытащите, вытащите из попы, вытащите, больно. Слушай, Игорь, Игорь, а может ты отвлечешь их? Там позови. Давай, короче, смотри, показываю профессионализм. Давай, давай, Женечка, ждем тут, Женечка, ждем тут. Я тупой дебил. Тебе, Женечка, сваливаем, сваливаем, Женечка. Фу, все, 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 все. Никого не разбудили. Юрий, ты молодец, хорошо справился. Молодец. Я умер. Молодец. Возьми курочку, тебе пригодится. А вот. О, президенты. Так. Так. Идите сюда. Так. А ну давайте на стол к ним. Вот кто закрыл наш садик, да? Вот кто закрыл наш садик. Да что происходит, я не могу. Да давайте сюда, да. Подсадим, да. Вот, стой там. Залезла, залезла. Смотрите, сколько у них золота. Ага. Они с садика наварились, закрыли наш садик и вот. Ой, нас снимает камера, надо ее сломать. Давай, сломай, ломай, сломай, сломай камеру. Сломал? Записывают, записывают, магнитофон. Ломаю. Давай, все, больше никаких свидетелей не будет. Все, нормально, нормально. Ну шо? Что мы с ними делать будем? Они, мразь, они закрыли наш детский сад. Игорь, что делать? Предлагай. Я не могу залезть за стол, помогите. Да давай на коленку к ним и потом перепрыгни сюда. Давай. Вот. С коленки. Так. Значит, я сейчас буду разговаривать с вами по-серьезному. А ну давай. Где он мне говорит hello. Он говорит не hello. Он что, он притворяется. Жрут свои зеленые яблоки. И обкладываются золотом. Да. Давайте мы их убьем, и у нас откроется садик. Ну, я за, в принципе, ты как, Игорёк? Так бьём их! Давай, 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 бить! Зараз! Помогите! За мной бежит, убейте кто-нибудь эту... Садик, садик закрыли, мрази! Медведев, так, еще один, Путин! Иди сюда! А ну, убили! Мы, по-моему, теряем людей! Не, я вернулся, я вернулся, я вернулся, где он, где он? Бейте его! Да! Зараза, кто наш садик закрыл, а? Где? Падла. Мы же его так любили. А, не меня! Давай, давай, отвлекай его! Убили! Бумажки! Ура! Бумажки! Бумажки? Какие бумажки? Какие бумажки? Что за бумажки? Что это за бумажки? Это секретные бумажки какие-то. Вот там 100% в этих бумажках прописано нас детский сад. Точно! А давайте вернемся в детский сад, может он уже открылся. Но перед этим, мне кажется, нужно здесь все взорвать. Да. Ну что, Игорюня, взорвем этот белый дом. Давайте, давайте! Бежим! Садитесь, садитесь! Уматываем! Села, села, села! Улетаем! Да! Прощайте, мрази, которые детский садик закрыли! Вот так им и надо! Все взрывается тут, наверное, как обычно, да? Как обычно. Ну, там белый дом взорвали нормально. Теперь нам нужно попасть в портал для того, чтобы проверить наш детский садик, в целости ли он и в сохранности. Я вижу портал прямо по курсу. По курсу, а ну давай, давай. Штурман, штурман. Правее, 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 правее. Ой, не врезаться. Так, вот. Снижаемся, снижаемся. Так. Я вылетаю. Вылетаю, вау. Сейчас я тоже вылетаю. Опа, опа, вот. Этичка перевернул, спрыгни на вертолет, а что с ним не так? Нормально, нормально, ну что? Мне кажется, давай. Правосудие. Раз. Да, давайте, давайте. Раз. Два. Три. Два с... Давай, какие два с половиной. Наконец-то, мы уже в детском сайте. Давайте, давайте, быстрее, быстрее. Открыто, открыто! Открылся детский да! сайт! Ярик, Ваня, Вика, Олег, музыкант. Тун, 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 тун. Да. Ну нахрен уже заколебал играть. Кто здесь есть Ярик? Здесь есть Вика, здесь есть кто был. Мистик. О, как же я рад всех их видеть. Фу, все. Устала сегодня, мне кажется, хватит уже. Я хочу домой и спать. Да, я надеюсь, завтра этот садик не закрою. Так, а кому закрывать? Мы же разобрались уже со всеми. Так что нормально, нормально. Давайте. Да. Ну что ж, ребята, если вам понравилось, не забывайте ставить лайки, комментировать этот ролик.
Да, ребята, чем больше лайков мы с вами сможем брать, тем больше серий про детский садик мы продолжим записывать вот таким составом. Также, ребята, не забывайте подписываться на наши каналы и писать положительные комментарии. В комментариях писать свои идеи для следующих серий по детскому саду. Да, ребята, еще раз всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Всем пока. Всем пока, ребята.